Hello, bro. How are you? Total record for you. New game for Sony PlayStation 4. Tom Clancy's The Division 2. Okay, it's our disk. Wait 1 second. Guys, please press like, subscribe, comment. Баррикады. И пусть кто-нибудь сообщит патрулям, что вы были на чеку. Мы не всех гадов накрыли. Они что, опять решили атаковать? Ты как? Похоже, придется сменить дислокацию. Пошли, поможешь мне. Нас слишком мало, чтобы защитить всех. А
опять? На набережную! Не может быть. Сигнал бедствия. С координатами Вашингтона. Как это возможно? Ложись! Все живые! Кто-то останется. Нельзя бросить этих людей. Что бы ни случилось, нужно действовать. Или всем конец. Иди! Сделаю, что смогу. Иди! Мы принимали все как должное. Свежесваренный кофе по утру. Бесплатный Wi-Fi. Когда это у нас отняли, мы выжили. Когда пропала связь, встали поезда и отключился интернет, мы выжили. Но когда аптеки разграбили, а больницы закрылись, астма стала приговором. И уже нельзя было вызвать полицию. У вас было оружие, а у вашего соседа кто-то выжил. Мы вообще живучий вид. Когда общество развалилось, мы стали справляться сами. И теперь впервые за многие века наши желания совпали с реальными потребностями. Катастрофа сплотила человечество. Мы построили новые общины на обломках прежних. Мы приспособились. Мы выжили. Привыкли к новой жизни. Но есть те, кто ничего не строит. Ничего не создает. Гиены, нападающие на слабых. Они залили мир кровью. Но мы не одиноки. Горстка храбрецов встала на нашу защиту. Они объединяют нас, ведь мы одна нация. Они наш щит и наш свет. Но если этот свет погаснет... Кто спасет нас? Прошло 7 месяцев с начала эпидемии. Мы по-прежнему боимся зеленой отравы. Но настоящая угроза, она рядом. Thank you.
Оповещение по аварийному каналу спецотряда. Приоритет молния. Операционная база атакована. Противник прорвался через южный периметр. Срочно нужна помощь! Внимание всем агентам! Срочно нужна помощь! Okay guys, part number one it's finished. Please press like, subscribe, comment. I record for you part number two. Good luck, bro. Bye bye.